Сектор чисто тем, что он очень веселый и не похож на оригинал многие песни. То есть мне некоторые песни они не нравятся, которые играют, вот, например, сам артист. Вот, а в их исполнении мне не нравится больше. То есть это что-то оригинальное, что-то новое. Они как-то все очень живо делают. Мне кажется, в этом их плюс и оригинальность. Сирии, там мои знакомые выступают, поэтому решил посмотреть, чем занимается. Изначально вообще я один из прародителей этой группы. Ну, быть может кто-то возразит, но на самом деле так и было. Я стоял у истоков основания этой группы. А ребята занимаются на самом деле бездельем, вот, перепевая песни известных исполнителей, но делают это очень качественно и на самом деле заводно, вот так вот скажем. А что можно пожелать, когда исполняется талантливым людям целая полторашка? Конечно же, пожелать хочется успехов творческих. Стать, быть может, как Лев Лещенко. Такими же заводными, позитивными и всенародно любимыми. У них самая лучшая поддержка, самые лучшие друзья, и они, естественно, тоже самые лучшие. На самом деле группа образовалась с помощью одного человека, которого зовут Константин Смирнов, который, собственно, придумал этот проект. Вот. А мы собрались, решили делать те вещи, которые не делает никто. То есть ту музыку играть, которую не играет никто. И, собственно, вот добились чего? Ну, я даже не могу сказать. Ну, наверное, только любви, любви людей, вот так вот. Нас любят люди. Собрали друзей, здесь все наши знакомые, хорошие друзья, и как бы, ну, будем дарить счастье людям, как всегда, собственно. Впереди покорение сначала Волгограда, а потом уже, возможно, да, и России. Ну, как попрет. Наши слушатели очень позитивные, добрые, хорошие и веселые. Самое главное, веселые люди. А Волгоградскому деловому телевидению вообще респект и уважуха.